Вентилятор Борг P504. Сборка. Снимите крепежную шайбу с нижней части основания, повернув ее против часовой стрелки. Правильно разместите стойку в отверстие основания и закрепите крепежной шайбой, повернув ее по часовой стрелке. Открутите гайку крепления лопастей. Затем снимите гайку крепления решетки и установите заднюю решетку, поместив ее на три спицы с передней стороны крышки мотора. Зафиксируйте заднюю решетку при помощи гайки крепления, закрутив ее по часовой стрелке. Установите лопасти вентилятора на ось мотора до упора. Ось мотора должна точно входить в паз на лопастном блоке. Против часовой стрелки прикрутите гайку крепления лопастей к оси мотора и надежно затяните ее. Закрепите фиксатор передней решетки в верхней части задней решетки. Плотно зафиксируйте обод вокруг задней решетки и убедитесь в том, что передние и задние решетки полностью совпали. Установите зажим решетки под ободом передней решетки и зафиксируйте зажимным винтом. Вентилятор готов к работе!